Всем привет, дорогие друзья, на связи Топ Репетитор с экстренной новостью. Мы уже начали изучать новый сборник Артасова «Отличный результат». Вот этот. Который, между прочим, является фундаментом к подготовке ЕГЭ по истории, потому что там, по сути, самое главное и, что немаловажно, самая правильная информация от Артасова. То есть именно те даты, именно те термины, с которыми с максимальной вероятностью выпадут на ЕГЭ. И у меня есть краткая новость. Исходя из аналитики этого сборника, ЕГЭ по истории станет сложнее. Почему? Три главных аргумента. Давай разбираться. Друзья, перед тем, как вы будете смотреть это видео, я традиционно прошу лайки, потому что наглый YouTube требует. Наглый YouTube требует, и он не рекомендует ролики, если у них мало просмотров и мало лайков. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, пересылайте это видео тем, кто задает ЕГЭ по истории, чтобы они знали, к чему готовиться, на что акцентируют свое внимание. И, конечно же, приходили на мой YouTube-канал на еженедельные бесплатные стримы с разборами вариантов от составителей ЕГЭ. А теперь погнали разбираться. Итак, три главных аргумента, почему ЕГЭ по истории банально станет сложнее, а средний балл продолжит реально падать. Нарисовать-то можно все что угодно, но вот реалии будут совсем другие. Первое. Контента банально стало больше. То есть стало больше объема вопросов, на которые ученик должен обращать внимание. Здесь самый банальный пример. Вот скажи мне честно, глядя сейчас в мои глаза, ты можешь назвать хотя бы одного героя СВО? Я так и думал. А они уже спрашиваются. Что в сборнике 30 вариантов от Артасова есть уже фамилия участников СВО, что в учебнике Мединского есть фамилии героев СВО. Это просто больше контента, нужно заучивать больше фамилий. Там ученики и так страдали с этим Гучковым, Милорадовичем, Милюковым, Милютиным. Вот где вообще Милорадович, где Милютин, где Милюков? Там-то страдания. А теперь появляются новые фамилии, которые нужно запоминать. Появляются новые даты, новые тонкости. И многие ждут, что в этом году будут дополнительные вопросы по периоду 2000-2014 года. И там тоже нужно изучать вопросики. Присоединение Крыма, второе, между прочим, в истории. Олимпиада в Сочи, в которой мы победили. И многие другие вопросы. Та же самая коротенькая шестидневная война с Грузией, в которой, между прочим, мы тоже победили, присоединяя новые территории. Поэтому все эти моменты банально нужно знать. Больше информации, больше стресса и больше времени на подготовку. То есть нужно истории уделять больше банально сил и энергии. Это не очень хорошо, но в конце концов это реалии сегодняшнего дня, что история нашей страны насыщается. Поэтому, дорогие друзья, просто готовьтесь. Я напоминаю, что фундаментом подготовки является как мой YouTube-канал, вот этот, где мы разбираем стандартный вариант, который выпадет тебе на ЕГЭ, так и учебник Мединского в последней редакции с СВО и событиями России до 2022 года включительно. Вторая причина, почему ЕГЭ по истории станет сложнее, это возвращение к истокам или к базе. Тут уже сразу говорю, есть явная тенденция на русскость. Мне, поверь, неважно, как ты в чате относишься к истории России, ты являешься законченным либералом или западником, это неважно. Рельсы истории сейчас у нас славянофильские. Я уже об этом говорил многократно, что сейчас, если мы говорим про эту историческую баталию, сейчас доминирует славянофильский подход. А это значит возрождение и популяризация идей православия, возрождение и популяризация каких-то таких духовных тем, тем исторических, тем уникальных. Яркий пример, что в этом году на ЕГЭ по истории впервые за 3-4 года спросились иконы в вопросе на культуру. И далеко не каждый ученик может отличить икону Казанской Божьей Матери от Владимирской Божьей Матери. Далеко не каждый ученик знает картины Симона Ушакова «Спас нерукотворный» или картины, иконы Рублева. Поэтому сразу говорю, что вот эта русскость, она в тренде. А значит, на ЕГЭ будем ожидать теории официальной народности, на ЕГЭ будем ожидать вопросов, а кто у нас расписал Успенский собор в Кремле, и на ЕГЭ будем ожидать, конечно же, причин, почему Иван Грозный принял титул царь. А также на ЕГЭ будем ждать максимально колючий вопрос, термин самодержавие. Напоминаю, что термин самодержавие противопоставляют термину монархизм. Ну, как противопоставляют? Как бы дополняют, как бы, да, подчеркивают нашу уникальность.
Поэтому вторая проблема, вторая причина, почему ЕГЭ по истории будет сложнее, это тенденция на уникальную русскость, которую нужно повторять, которую нужно учить и которую многие ученики банально не любят. Честно скажу, что, конечно же, там изучать глубоко иконы приятно далеко не каждому. Изучать отличие Успенского собора во Владимире от Успенского собора в Москве тоже приятно далеко не каждому. Но это реалии ЕГЭ 2024 года. Это придется делать, это надо будет делать, и опять нужно внимательно акцентировать свое внимание. Более того, да, все, что прославляет нашу историю, популяризируется вдвойне и втройне. Так, например, да, то, что теперь, начиная с ЕГЭ 2022 года, добавили второе обязательное задание на знание ВОВ. И вот такая тенденция прославления нашей истории и обязательного знания ключевых моментов, она будет продолжаться. Поэтому сразу говорю, здесь тоже будьте внимательны, изучайте именно славянофильскую историю России. Я в этом всегда готов вам помочь, если что. Есть банальная третья причина. Это новые тонкости преподавания истории. Самый банальный пример. Если вы открываете параграф по 17 веку истории России, то там есть параграф о присоединении Левобережной Украины. 1653-54 год, Переславская Рада, Алексей Михайлович принимает Левобережную Украину и Киев в состав России. Казалось бы, в чем здесь проблема? А проблема здесь в том, что Владимир Ростиславович Мединский, автор учебника по истории, сказал, что так нельзя говорить. Это ошибка историческая. Как можно присоединить Левобережную Украину, которой никогда не было? Как можно присоединить государство, которое никогда не существовало? И вы скажете, что за бред? И я, может быть, даже с вами соглашусь. Но появляется тонкость. Если ученик на реальном ЕГЭ напишет к периоду 17 века Левобережная Украина, я уверен, что 8 экспертов ему зачтут балл. Ну, какое-нибудь условное задание второй части. Но я уверен также, что 2 эксперта из 10 поставят минус балл. Потому что как можно писать слово «Украина», если Украины не было? Ибо об этом сказал главный автор учебника истории России. И на апелляции, я тебе клянусь, ты ничего не докажешь. Потому что на апелляцию ты придешь, допустим, с учебником Мединского, а в учебнике Мединского не будет термина «Украина» в 17 веке. И в 18 веке термина «Украина» не будет. И в 19-м, в 19 веке, скорее всего, будет уже какой-то заход на украинцев, творчество того же самого, да, Шевченко и так далее, и так далее. Но в 19-м, не в 17 веке. И у тебя будут слезы, у тебя будет истерика, у тебя будет ненависть. Но ты не найдешь документа о том, что была какая-то Украина в 17 веке. Мединский, кстати, в этом плане даже намекнул, да, то, что вот в ЕГЭ как бы то, что упоминают Левобережную Украину в 17 веке, это не совсем правильно. То есть он как бы уже дал намек, что ну это некорректно. А корректно писать Приднепровье или Запорожская сечь. В учебнике Мединского, кстати, именно так и прописано. Было присоединено в 17 веке Приднепровье и Запорожская сечь. Забегая наперед, первый и второй раздел Польши. Мединский и об этом высказался, что какой раздел Польши? Если это не раздел Польши, а возврат исторических земель древнерусского государства с территориями там Минска, черниговскими землями и так далее, и так далее. Тоже как бы в этом есть логика. Но ты можешь просто сейчас войти в состояние истерики, что, блин, почему я должен это знать? Потому что это проверяют люди во второй части. И люди воспринимают историю субъективно. Кто-то отнесется к тебе там как к любимому сыну и дочке и как бы зачтет. Это, знаете, яркий пример, да, что ни один эксперт никогда не загоняются по Турции или Османской империи. Все, никто не парится, и никакой эксперт, это я говорю прям уверенно, ни один эксперт не парится по поводу разницы Польши и Речь Посполитая. Хотя в этом есть тонкости, ибо Речь Посполитая — это как бы конфедерация из двух государств, Литва и Польша, но на ЕГЭ никогда эксперт не придет за это. Поэтому там при Петре Первом ты пишешь, что Речь Посполитая, что Польша, всегда максимальный балл. Но там, где уже есть актуальная повестка, а Украина — это гиперактуальная повестка, там какой-нибудь эксперт, считающий это важным, снизит тебе балл. И ты будешь плакать, и на апелляции ничего не докажешь. Это три причины. Три причины. Больше контента — раз. Возвращение к истокам изучения России и к сложным историческим фактам, которые прославляют нашу страну — два. И третье — это тонкости формулировок, которые меняются из-за геополитической ситуации. Из-за этого история будет сложнее.
Возникает вопрос, что делать? Как минимум, это постоянно практиковаться. Постоянно. Практиковаться только на актуальных данных. Актуальные данные — это Артасов 2023-2024 год, его сборник 30 вариантов, который я на этом YouTube-канале разбираю каждую неделю бесплатно для всех. И, конечно же, изучение Артасова по новому сборнику. Отличный результат, который нужно купить или нужно изучить обязательно, ибо там самая актуальная история. Второе. Это нужно быть предельно внимательным. Тебе нужен наставник, куратор, учитель, который будет внимательно читать твою вторую часть, актуализируя информацию. И третье — это работать. Много читать материала, много его повторять, постоянно перечитывать, актуализируя информацию. Только так ты придешь к высоким баллам. А я буду рад тебе в этом помочь. Удачи и всего хорошего!